Всем привет, ребята. Я иду уже на работу. На улице такой жуткий туман. Температура воздуха где-то около нуля. Но туман опустился густой. Даже в видимости, наверное, метров 150, ну 100. Ну явно не больше. Туманчик. Иду я на развозку, начинаю свои рабочие будни, так скажем, второй год начался моей работы. Он, в принципе, делает свое. Як тебе день робочий, розкажи. Нормально. Ти зараз куди їдеш? Зараз їду до диспетчерської, там буде видно. Там мене не вези, я ж біля машини, я в резерві сижу. Та я знаю. Гуляєш, Ну і скрило гарно? Чи ні? Так. Да. На азот через сади хопі. О, ну там всегда саме так жорстко. Є азот. І а туман от... взагалі сильний. А да. От якщо їхати з азота через сади? То нормально. Ну, взагалі нічого. Ясно. А давали якісь железяки чи ще щось? Так.
Знаєш, як я помню? Це класно. Ні, ну взагалі, ну, їбалися, да, нормально. Приїхали.
Доброе утро, ребята. Сегодня 18 число, второй месяц. Меня поставили в наряд на 4:10 утра чистить контактную сеть от инея. Вчера я работал, то нормально все, не было и не было тепло. А сейчас на улице мороз небольшой, ну, а днем было тепло. И получается инеем взялось хорошо все. Сейчас дали мне чугунки и буду я выезжать чистить контактную сеть. Но выезжала ТГшка, грузовой троллейбус, то искрило вообще по-жесткому. Сейчас я меняю себе на железяки и потихоньку в путь с депо на речной вокзал, а там уже будем по указанию диспетчера двигаться. Ну, по идее, будет весело, так что смотрим дальше. Самому интересно, конечно. Это драйв. Жесть. Давай, давай. Бедная моя машина. Thank you.
хочеш на обід. Thank you.
Всем доброе утро. Сегодня, получается, у нас последний день зимы. Короче, на улице снег выпал, дорога не очень чистая. И получается, что очень скользко, ну вообще прикольно. Розійшлися штани у Грині. А в Грині штани розійшлися. Це фокус. Прийшлось пропустити 21-ю гармошку. Така зима, на вулиці мороз, мінус 12. Взагалі класно. Куча тролейбусов. Будем и мы ехать. Так, ребята, далеко мы не уехали. Там впереди авария. Вот я уже догнал этот троллейбус. Сейчас пойду поснимаю, что там. Короче, впереди машина какая. Там 289-я поехала. Она объезжала ДТП постороннего транспорта. И походу зацепила машину. Сейчас пойду поснимаю. Да, идем дальше. 312-я по тройке ехала. Пойдем. Да. Конечно. Да. Ну це ці стукнулись до цього, це так об'їжджав. У нас краска раніше пішла, царапина. А потім вже косяня. Ну да. И куча штан. Субтитры
Все, наша помощь поехала.